NeoSerum от Faberlic. На моем канале есть подробное видео со свотчами всех оттенков. Вот этот мне все-таки оттенок загара. Совсем белоснежком его не рекомендую. Вспомнила про нанесение с ним жидких тональников кистью. У меня кисть Real Techniques 406, по-моему, уже снятая им из производства. Но любая таклоновая достаточно плотно набитая или нейлоновая, думаю, справится прекрасно. Даже не обязательно сильно набитую, очень жесткую. Буквально совсем два прыска нанесло на лицо. И чего не показывала основа с спонжем, это кроющая способность. При нанесении кистью она появилась. И достаточно такие хорошо заметные на лице царапинки бурого такого цвета, потому что до крови меня царапанула любимая дочка, они взяли и вуаля, перекрылись этой очень легкой основой. Так что рекомендую наносить NeoSerum кистью. Всем любви, мира, добра и взаимопонимания.